Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Их внутренние качества производят баланс между материальными благами и духовными убеждениями. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Способность растворяться без остатка в объекте своего поклонения – это их сила и слабость одновременно. Ради любви они готовы на все. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Владельцы этого имени обычно реализуются в тех областях жизни, в которых присутствует коммуникация с окружающими. Редко встречается в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Обладатели этого имени испытывают трудности с проявлением собственных чувств, хотя внутренне они искренне восхищаются и могут нафантазировать гораздо больше, чем могут показать внешними инструментами. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.